На днях белая бенгальская тигрица по имени Майя стала мамой. У нее родилось трое тигрят. Роды были сложными, говорит руководитель зоопарка. Но сейчас мама и малыши чувствуют себя отлично. Рождение тигрят с белым окрасом достаточно редкое явление. Поэтому цветом шерсти тигрята пошли в папу. У уссурийского тигра по имени Шерхан. Сперва две штуки родила. Потом уже смотрим, что-то без настроения. Очень начали беспокоиться. Ну, потом 12 часов дня мы смотрим, что третий уже. И сама начал все облизывать, смотрим, и начал кормить. Уже как начал уже кормить, мы уже успокоились. Ранее детеныши появились у черной канадской волчицы. Сейчас малыши уже подросли, вовсю ползают и исследуют мир. Еще одно радостное событие ожидается в зоопарке в конце мая. Должна принести потомство пума. Сейчас будущая мама тоже чувствует себя хорошо. Ситуацию с зоопарком на личный контроль взял глава района Тимур Нугуманов. Он поручил городским службам обеспечить зоопарк всем необходимым. Еды у зоопарка достаточно, холодильники с мясом для хищников заполнены. За состоянием здоровья животных следит ветеринарная служба. Большое спасибо главного врача, контролировал насчет мяса, нам помогали. У нас, видите, в основном все хищники. Ну, люди раньше беспокоились, они узнали, что животные голодные. Нет, вот видели все, что животные, они все находятся в хорошем состоянии. Сытые, отличные животные, все упитанные. Как минимум 20 дней после появления малышей зоопарк не сможет покинуть Альметьевск. После, когда все ограничения особого режима будут сняты, собирается дальше гастролировать по Татарстану. Сюда они приехали более 2 месяцев назад. Тут пятигорский зоопарк застал режим самоизоляции. Сейчас зверинец по-прежнему не принимает посетителей. Татьяна Леонтьева, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ.